Как ты еще на ногах держишься? Тебе здорово досталось для новичка в войне. Со мной все в порядке. Но это правда, я не привыкла к такому. По-моему, такие бои в новинку для всех нас. А если мы на тебя слишком много взвалили, ты и говори, не стесняйся. Не волнуйся, мне лишние страдания ни к чему. Сразу видно, что голова у тебя варит.
Вот уж нежданная радость. Спасибо тебе. Я Фельдвир, кузнец. К твоим услугам. Ну, это место кажется не слишком подходящим для кузницы, но тут есть источник горючего и очень хорошая тяга. Я представить себе не мог, что вокруг окажется столько этих тварей. Или что из-за них я окажусь запертым в собственной мастерской. Так и знал, что ничем хорошим это не кончится. Если ты не слишком спешишь, мне бы пригодилась твоя помощь. Эти твари, которые на меня напали, мне кажется, они были дриадами. Раньше они окружили меня, оглушили, а потом перерыли всю мою мастерскую. Забрали все ценное, хуже того, мои рабочие инструменты. Я слышал их голоса внизу. Если ты вернешь мне мою наковальню и слиток мифрила, я выкую для тебя такое оружие, каким не погнушался бы лучший боец в целом мире. Мне удалось открыть дверь на нижний ярус, но эти твари оказались такими свирепыми, что искать дальше я не смог. Некоторые просто страх как сильны. Тебе придется набраться смелости, чтобы встретиться с ними.